Ну, как всегда, по-японски. Ненавязчиво. Да, аромат нежный, да? Да. Интересная еда. Да. И как-то я капусту не особо ощущаю. А то, кумкай, не, коре, яки удон, нюшу шимашта. Нихон Ицуки Шокухин сан но, не, яц га, не, те ни хайримашта. Ятта, не. Да. 3食かな、これ。3食だね。3食入ってるから、多分4人でちょうどいいでしょ。で、多分俺が立って焼くことになるから、ここでいいかな。はい、よいよいよ、ストレスストレス。まあ、気をつけてね。どうしようかな。人参足りるかな。これだけにしとく？全部入れちゃうかじゃん。半分ぐらいかなっていう感じ。まあ、これくらいにしとく。こんな感じにやったことある。ない？まあ、ないね。ちょっとプラマイド。まあ、今回質問なしということで。ね。キャベツ大丈夫だよな。イラがいたらな、いっぱい食べると思うんだよな。イラ若いから。はい。落ちちゃった。うん。ほら。おい。覚えたなし。うん、テレビ見てるっすか。そう、やったことないから。もう焼けたから、こっち入れちゃおうかな。うん、できる。これやろうか。Называется яки удон, жареная лапша. Здесь получается лапша и соус. Вот мы что-то ранее уже подготовили. Здесь капуста, морковка и свинина. Мы ее обжарили. Сейчас что-то будем жарить саму лапшу с соусом. А потом мы еще все это вместе обжарим. Я очень давно хотела такое попробовать. Вот такой соус. Там получается 3 порции. Такие. Пока лапша. Да, такая. Японская. Да, это прям японская лапша. Да что? Это прям с Японии. Ну, мы нашли в магазине, такую нам доставили. Интересно просто ее так попробовать. Она, наверное, безвкусная, да? Да. Ну, попробуй. Попробуй. Да, я кусочек. Я тоже попробую. Нет, тесто, тесто. Давай. Что там, тесто открывать? Ну, давай. Открывай. А, зараз все, да? А мы сейчас зараз все. А как вы ее? На. А сейчас. Я тут знаю, как открывать. Не опасно. А вот. Угу. Ух ты. Как я называю это? Интерактивная еда. Да-да-да. Мне так нравится. На, вот еще и света. Папуля. О, ну подождем. Да. Вкуснятина. Ждем, ждем. Мне нравится, когда вот так вот. Жир. Все, с пылу жар. Да, 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 сразу да, покушаем. Да, да. Давай. Ну, вообще. Угу. А соус потом? Да. Соус, наверное, уже в самом конце идёт, да? Угу. Да. Интересно приготовление. Ой, я не заставил. Интересно. Ой. Ну, вкусно пахнет. Ну, как всегда, по-японски. Ненавязчиво. Да, аромат нежный, да? Да. Ну-ка. Ух ты, ух ты.
Угу. Ой. Ой. Ой, как вкусно шафероне. Какой запах. Не, лапша мне уже нравится. А нам же мягкая такая. Ну. Нам же в комментариях, да, по-моему, писали, что можно на этой сковородке сделать эти уголки. Я кивнул. Сейчас это пойдет, ну так. Вот тут мало. О, я хочу поймать. Я люблю, когда вот так вот, это японская еда, как якитори, якиники. Якиники. А, такой яки. Вот это все. Когда ждешь, что можно кушать. Интересно. Да. Сорок хотей маме. Папуля, подставляй тарелку. Папуля, шатерлоня, пусть. Сначала получилось по-японски. Сначала мужчинам. Да, 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 да. Все, хватит, пока. Ну-ка, давай шатерлоню тарелку. Шатера, давай. Ага. Держи, я вот так вот буду, то я боюсь. Папа, еще быстрее. Хочешь, можно посеять? Так, это... Это водоросли. И рыба еще там, где-то. Мама, тебе еще? Не, не, хватит. Еще поджарю потом. Угу. Опа. Осторожно. Все. Нет, надо, наверное, выключить. Да? А, подсобище, рыба. Рыба. Наверное, пахнет. Смотри, рыба. А я с краешку чуть-чуть. Ну что, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. С новым блюдом. Ну как? Ой, ой, смотри, как они двигаются уже, смотри. Угу. Ну, точно, точно. Ой, точно. Ну, такие прикольные. Ой, вкусно. Ну что, что? Похоже? Да. Приятного аппетита. Ммм. О, папа уже очень попробовал. Вкусно. Походу, уже попробовал. Ммм. Ой, как вкусно. Сейчас я попробую с рыбой. Лучше, чем спагетти. Ммм. Ммм. О. Рыбка так прямо. Ты, если ты рыбку не хочешь, отодвинь ее и не кушай. Не обязательно же с рыбкой. Ну? Овощи жарили, не солили. Лапша не соленая. Сою, не сою, соуса вот этого налили. Угу. Вкусного. Интересная еда. Да. И как-то я капучку не особо ощущаю. Да вот я тоже хотела сказать, что интересно так. Капуста и это. Интересно, прямо интересно. Но оно сочетается. Овощи, это же хорошо. Очень вкусно. Тебе очень. Я так и понимаю. Мне нравится. Как для меня. Просто у нас папа не очень любит лапшу. Спагетти, вот такое. Нет, я вот твердо спагетти не люблю. Да. А вот это папе понравилось. Я очень рада. Как ее, даже не знаю, как ее по-нашему. Вермишель, еще маленькая съем. Ну, давай. Много не надо? Надо, надо. Достаточно. Все? Слушайте, мне тоже нравится. А где у нас эта баночка? Вот. А, вот. Мама с папой сначала скептически чуть-чуть относились. Ну-ка, с капустой? Нет, ну... Как будет? А, ну нормально. Очень вкусно. Ох, прямо хорошо. Не-не-не, очень вкусное блюдо. Последняя. Я ее тоже съем. Мама, кушай еще. Ешьте, ешьте, ешьте. Ну что, Штура, похоже, как у себя дома. Вообще, думаю. Отлично. Я рада. А вы дома делали такое, да? Да. Очень рада. Конечно. Я вот только думал, когда вот ее ужин? На завтрак, на обед или на ужин? Это на ужин. А я бы и на завтрак, на обед и на ужин. Нет, хорошо, мне нравится.